Под звуки военных песен на торжественную линейку собрались ученики 149-й школы. Для ребят это волнительный день. Имя Героя России Александра Баранова здесь знает каждый. Александр Иванович, он, надо отметить, из простой семьи, рабочий. И то, что он достиг таких успехов сам, это большого стоит. Теперь 149-я Самарская школа носит имя Героя России. Александр Иванович Баранов служил в Дагестане и Чечне. Под его руководством осуществлялся вывод российских военных баз с территории Грузии. Я считаю своим долгом быть активным помощником Светланы Ивановны, вам, вашим преподавателям, ребятам, которые будут учиться, и вместе будем делать общее дело по воспитанию молодежи. На торжественное открытие памятной доски на фасаде здания школы прибыли почетные гости. Для вас это на самом деле историческое событие. Я уверен, что вы это достойно цените, будете более, я думаю, усердно учиться для того, чтобы добиваться успеха. После торжественного открытия доски имени Героя Баранова гости прошли в школьный музей боевой славы. Здесь собраны муляжи наград, генеральские погоны, китель, поздравительные письма в адрес Александра Баранова. После экскурсии в школе прошли классные часы. У детей была возможность пообщаться с губернатором области и главой администрации Самары. Но те ребята, которые приходят на смену вам, кто учится в младших классах, мы очень хотим, чтобы они росли патриотами. Патриотами, которые бы любили свой родной город. Если вы хотите продолжить образование, работу в другом регионе, в другой стране, чтобы память о самарских корнях всегда у вас сохранялась. Как добиться успеха в работе и какую профессию выбрать, глава администрации Самары Олег Фурсов ответил на все вопросы учеников. В завершении встречи ребята пообещали усердно учиться и показать отличные результаты на экзаменах. Теперь имя школы обязывает. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События.